RetailTech освещает не только IT и цифровые решения, но и экологично вкусные. Здравствуйте, давайте еще раз знакомиться. Да, добрый день. Меня зовут Виталий Нестеров, я представитель компании Varis. Компания делает съедобные стаканчики для горячих напитков. А почему я говорю, что мы знакомимся еще раз? Потому что мы с вами уже прекрасно знакомы, уже пересекались. И самое главное, я уже испробовал этот прекрасный стакан и могу подтвердить, что горячий кофе выдерживает довольно долго. Точно выпить его хватит времени. Да, очень приятно, что вы успели познакомиться с нашим продуктом. И не только вы, и даже уже здесь в первый день люди интересуются этим. Говорят, да, необычно, пока только до конца не понимают, что делать, потому что продукт такой новый и интересный. Так что у нас есть уже интерес к этому продукту и на этом форуме. Развиваются все решения, все компании, и вы тоже не исключение. Насколько я знаю, мы уже попробовали этот ваш хит, но при этом вы уже пошли дальше и сделали уже версию стаканчика 2.0. Да, у нас получается, что на данный момент настройка оборудования прям неделю-другую назад прошла. У нас он стал практически наполовину тоньше. Он стал более приятен на откусывание. Качество он никакое здесь не потерял, мы ничего здесь не сэкономили. Но мы стремимся, потому что компании не так много лет, всего полтора года, сделали продукт, теперь его стараемся улучшить для того, чтобы еще больше и приятнее донести его массы. Замечательно. Хотим пожелать вам, во-первых, удачи. Во-вторых, хотим, чтобы наконец-то этот продукт стал настолько массовым, чтобы все уже думали, что мы не отказываемся от пластика в пользу бумаги, а мы отказываемся вообще от всего в пользу вкусного бисквита. Да, конечно, мы к этому стремимся, мы не останавливаемся, улучшаем свою технологию, упаковку, сам продукт. И, конечно, мы планируем, что от полугода до года мы все-таки выйдем на определенные обороты. Вопросов, правда, очень много. Интересуются по продукту, а можно ли убрать сахар, а можно ли убрать где-то яйца, для того, чтобы ближе быть к компании и покупателям. Так что у нас все впереди. И пожелаем вам в этом удачи. Спасибо вам огромное. Будем еще у вас как-нибудь присутствовать на ваших форумах.